То, что там выходит, вот вчера Игорь вышел, вот, есть еще одна идентичность у Плохотнюка, вот он завтра проведет совбез и узнает, зачем обманывать, Игорь Николаевич, зачем обманывать? У Плохотнюка это идентичность, вы правильно вчера сказали, давно, и она с того момента, когда у вас был совместный проект, для того, чтобы кое-кого освободить. Поэтому Игорь Дадон прекрасно знал фамилию Новак с того момента, как Плохотнюк получил паспорт. И там вместе с ним получил еще не один человек, как Игорь Дадон, говорит, а намного больше. Игорь Дадон тоже про них знает. Вышел бы честно, сказал, да, была ситуация, вот, связанная там с пилотами и так далее. И вот тогда, как бы, ну, Плохотнюк, как бы, ну, короче, потому что Игорь это все знал. Понимаете, потому что тогда они пытались это делать вместе, потом его Игорь там надурил и так далее. То есть просьба, уважаемый Игорь Дадон, новый премьер-министр Кику, просто просьба одна, не делайте людей идиотами.